Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Важнейшим элементом в процессе принятия торговых решений выступает фундаментальный анализ, который помогает определить общие глобальные тенденции на мировых финансовых рынках и составить для трейдера понимание целостной картины рынка. Помимо этого, если вы хорошо разбираетесь в фундаментальном анализе, либо имеете хотя бы начальные представления о важности макроэкономических событий, то без труда сможете разбираться в корреляциях между многими торговыми активами, что позволит значительно снизить риски, избегая множества сделок с активами, которые на первый взгляд кажутся довольно независимы от других, но на самом деле являются скоррелированными с другими инструментами. В данном видео речь более подробно пойдет об основном инструменте, которым пользуются все трейдеры, опирающиеся на фундаментальные события в торговле. Этим инструментом является календарь экономических событий. Надо отметить, что все крупнейшие участники рынка, такие как инвестиционные банки, хедж-фонды, страховые компании, в реализации своих инвестиционных идей используют именно макроэкономические события и фундаментальный анализ, для чего, конечно же, опираются на экономический календарь. Поэтому можно сделать вывод, что он является крайне полезным при торговле. Как же использовать этот важный инструмент в своей повседневной работе? Итак, на сайте компании Amarkets в разделе «Аналитика» существует подраздел «Календарь экономических событий», в котором размещены все самые важные предстоящие события, сильно влияющие на цену торговых инструментов. На данной странице представлена страна, в которой ожидается выход события, точное время публикации, а также описание самого события. Особое внимание после публикации новости нужно обращать на сравнение прогноза экспертов с реальными показателями. Чем больше расхождение между этими значениями, тем более сильным будет движение цены. У каждого события также определен уровень важности, исходя из прежнего влияния на рынки. Важно обращать внимание на те новости, напротив которого находятся два или три круга, что означает повышенную важность данного события и возможную повышенную волатильность. Если говорить о самых важных новостях, на которые стоит обращать внимание, то такими, конечно же, выступают прежде всего решение центральных банков стран об изменении процентных ставок, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, индексы деловой активности PMI в США и Европе. В следующих видео мы разберем более подробно все эти события и то, как они влияют на рынки. Также стоит отметить, что, например, в компании Amarkets условия идеально подходят для торговли на новостях, так как скорость исполнения ордеров является самой быстрой в индустрии. Условия по спредам также являются очень конкурентными. Также отметим, что для торговли на новостях более подходят счета с типом исполнения Market. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!